Всем привет! Сейчас будем наглядно вам демонстрировать о том, как наша обувь борется с водой. Берем абсолютно сухую бумагу и плотненько набиваем ее кроссовок. Набили плотненько. Теперь погружаем под воду. Как можете видеть, кроссовок полностью в воде. Все, что вам в интернете показывают, когда там со стаканчика поливают воду сверху, это все такое. Вот это реально тест на том, что в нашей обуви есть мембрана. Сейчас в Петербург приходят дожди, будет очень сыро. Так что обувь на мембране очень необходима. Как видим, сверху чуть-чуть осталось водички, но она спокойно стекает. Достаем изнутри бумажку. Как видите, бумага первая абсолютно сухая. Вторая тоже. По кроссовку видно, что вот до сюда это все было в воде. И еще одна. Достаем. Бумага абсолютно сухая. Если бы промокла, как видите, она бы стала бы темнее. Абсолютно сухой кроссовок. Вот вам наглядный пример того, как наша обувь борется с водой. У нас таких моделей на мембране много. Есть Рибоки, Найки, Нью-Балансы, Колумбия. В общем, каждый найдет обувь под себя. Всех ждем на примерку.